Ребята, всем привет! Сегодня какой у нас челлендж? Челлендж Милана. Сохрани баланс. Да. Так, да, девчонок, сегодня вот такая вот интересная игра лестницы. Мы будем строить сейчас из лестниц башню. И у кого эта башня падает, тот проиграл, то есть не сохранил баланс. Да. По правилам игры начинает младший игрок, а младший игрок у нас Милан. Я. Ну ладно. Итак, там у нас каждый цвет лестницы 5 штук. То есть синих лестниц 5, зеленых, красных и оранжевых. Не желтый, там оранжевых. 4 годика, да, типа. Так. Оранжевых здесь нет, это желтые. А, желтые, как будто оранжевые. Так. Вот такие вот лестницы, яркие, красивые. Получается 20 лестниц. Угу. Для начала нам нужно поставить одну лестницу и сделать из двух других лестниц буковку L. Правильно. И так, чтобы стояла. Оп. Милана теперь начнет отвлекать. Нет, стоп. Нет. Стоп, 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 стоп. Вначале нам нужно разделить лестниц поровну. Сколько осталось? Пополам их поделить. И у кого, лестницы закончились, и башенка наша стоит, значит, кто-то победил. Правильно. Делите лестницы. Кто один. Как... Я синюю хочу. Синюю? Хорошо, один. Итак, Лика устанавливает заново. Так. И Миланка аккуратненько. Поехали. Yes. Не шатай, пожалуйста, стол. Да, стол не шатайте. Давай, не мило, старайся аккуратненько. Сильно не кидай вот так, аккуратненько. Чем сильнее вы будете кидать, тем больше вероятности, что лестница, ну это строение, можно так сказать, из лестниц завалится. Не считается, одна моя упала. Получше устанавливаю. За что такое? Она не стоит. Это же не сверху. Тихо. Тихо, тихо. Сверху. Ваша аккуратно. Не кидай только аккуратненько. Нет. Нет, нет, на другую сторону. У нас 3 раунда. В первом раунде Милана проиграла. Еще у нас 2 раунда. Итак. Второй раунд. Теперь давайте начинаем. Теперь кто выиграл? Да, теперь кто выиграл? Ты выиграл. Аккуратненько. Милаш, понимаешь, здесь нужно сохранить баланс. Поэтому если Лика повесила, допустим, сюда лестницу, видишь, сюда, если ты сейчас повесишь, может все завалиться. Ты аккуратненько с этой стороны. То есть баланс нужно сохранить. Тогда лестницы будут держаться. И больше вероятности, что нормально, они... Нормально, только своя упала. Еще раз аккуратненько. Больше вероятности, что лестницы останутся на месте. Ничего себе, Лика попадала. Нет, Мил. Так высоко не ставь, не советую. О, молодец. О, Лика. Сейчас все завалится, Лика. Тихо, я спец. Милана, аккуратно. Нет, на верхнюю вот эту лучше не ставь. Нет, Мил, завалится. Нет, здесь много лестниц. Надо сюда. Наш еще на ту сторону. Милан, давай, твоя пока упала. Аккуратно. Вот сюда, мне кажется, аккуратненько повесь, да. Аккуратненько. Не надо кидать по чуть-чуть. Можно сказать, не дышать на лестнице. Лика, аккуратно. Милана. Как ежик. Давай, аккуратно. Аккуратно. Молодец! Лика, давайте вверх строить, а то вы нанизываете просто. Вверх строим. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! И в
во втором раунде Милана проиграла. И у нас еще один раунд. Давайте больше сделаем. Больше сделаем? Сколько? Да. 5? 6. Ну, давайте. Сколько где там? Мы поменяли правила игры. 4. 5. Пока 2 раунда. А, 5? Да. 2 раундов 5. Проиграла Миланка. Так, Вика пока победитель. Третий раунд. Аккуратно. Не, Вика, ну тут туда. Так. Вика, ну ты лечи. Милана, Милана. Оп. Вика, ты... Нет. О, Олика решила вверх строить башню из лестницы. Ой, Милана, рискованно как. Маша, может быть, с этой стороны попробовать? С этой стороны чуть-чуть. Все, Милана. В третьем раунде опять проиграла Милана. Миланка, давай старайся. Еще 3 раунда. Лика выстраивает. У меня носик, Так, Лика опять начинает, так как она победитель у нас в 3 раундах. Оп. Оп. Ну, она так бросает. Нас не надо бросать, а то больше вероятности, что все завалится. Магия. Аккуратненько ставишь и видите? Потихонечку руку убираешь. Надо, видите, магия. Давай. Аккуратно. Вика все пытается вверх лестницу выстроить. Не получается. Это точно. О-о. Ой, нет. И в четвертом раунде Милана проигрывает. Мне нравится. Пятый раунд. Начинаю я. Ну да, Лика выиграла, поэтому. Начинает Лика. Ну-ка, Милана. Оп. Оп, оп. Пока все хорошо идет. Давай. Вот видите, сколько у меня, кстати, осталось. Мы красные остались. У Лики одна синяя лестница, остальные все красные. Давай. Милаш, теперь твоя очередь. Аккуратненько, аккуратненько. Оп. Мне столько остаться осталось. Давай. Милаш, аккуратно ставим. Аккуратненько, аккуратненько. Ой, ой-ой. Я повыждаю. У Миланки 4. Поставили, Милан, давай, аккуратно ставь. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой. Лестница шатается. Милаш, аккуратно. Все мы в тебя верим, только аккуратно, Милан. Все, все, аккуратно. Я уже, честно говоря, сама в себя не верю. Еще нас под две лестницы остались. Мила, аккуратно ушами не зацепи, пожалуйста, лестницу. Вики, одна, у Миланы две. Милана, аккуратно. Аккуратненько, аккуратненько, Милана. Эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо, у Лики одна. Аккуратно, у Лики одна. И у Миланы одна лестница.
Милана. У Миланы последняя лестница. Да, чтобы сейчас не завалилась. Чужая. Ну да, так вы практически до конца, вы не практически, вы до конца дошли, Миланка. А теперь? И у нас еще один раунд. Да. Да, понимаю. Хотя он практически бессмысленный. Так как в любом случае побеждает уже Лика, потому что... Я хочу сейчас. В 5 раундах выиграла Лика. Миланка, давай постарайся. Так, у нас 6-й, последний раунд. И начинает Лика. Миланка, опять я? Ну ты же выиграла. Давай. Лика у нас, можно сказать, уже победитель. Я спец этой игры. Оп. Давай, Милана. Давай. Она упала. Это посмотрите. Лестница стоит на одной ножке. Мне кажется, баланс нужно, наверное, сюда, да, чтобы она... Ну, хотя это тоже рискованно. Она сразу подшатнется, лестница. Ну, Лика, давай. Что ты примешь? Какое решение? Куда повесить лестницу? Это твоя лестница упала? Да. Давай, давай, аккуратно. И в этом раунде победила Милана. Итак, в любом случае победила Лика. С счетом 5-1, ну, 6 раундов, 5 раундов победила Лика, и 1 раунд победила Милана. Итак, Лика победитель, молодец, Миланка. Зато Милана молодец, Милана в 6 раунде победила. Это все из-за Миланы, у меня упала лестница, она ее вот туда вот перекинула, она такая, хоп, перекрутилась. Нет, 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 это такая игра. Милан, тебе понравилось? Да. И мне. А мне еще больше. Пишите, ребята, понравилась ли вам такая игра, такой интересный челлендж. Ой, смотри, это креснички. Точно. Да. Давай на скотч. Ребята. Ребята. Всем пока. Пока.